Радий представити гостя нашої студії, гештальт-терапевта та психотерапевта Руслана Ткачубка. Доброго ранку, вітаю вас. Доброго утра. Отож, стосовно жінки в суспільстві, в сім'ї, та й взагалі багатьох штампів, які виникають про це, точиться розмова вже не перше століття, хотілося б розпочати з того, як взагалі жінка сприймалася в суспільстві раніше, навіть декілька століть, можемо забігти назад, і сьогодні. Чи змінилося це ставлення і в чому? Ну, тут я бы в первую очередь сказал, что, ну, как я считаю, основные, что ли, таланты, да, умения женщины – это скорее искусство коммуникации, налаживать взаимодействие между людьми. Это талант, ну, понимать часто без слов, что происходит, ну, этот навык ей необходим всем женщинам, когда появляется ребенок, младенец, он еще не может говорить, ей надо по интонациям, по мимике, по каким-то жестам понять, что же ему надо-то. Да, поэтому вот искусство такого понимания, налаживания взаимодействия, это как раз, ну, мне кажется, такое, ну, то, к чему женщина максимально приспособлена природой, что ли, да? И вербально, и невербально, конечно, у них все хорошо работает. А исторически роль, ну как? Взаимодействие мужчин и женщин исторически складывалось в таком понятии, как брак, да, семья. И, собственно, как мы знаем из истории, брак и нужен был для того, чтобы мужчина и женщина могли выжить вместе. Он бегает за мамонтом, она сидит дома, поддерживает того, ну и так далее. И, собственно говоря, так было долгие там, тысячелетия, столетия. Но вот в нашем веке все кардинально изменилось. Да, теперь да. Уже иногда даже за мамонтом бегают женщины. Да, и, собственно, это, я считаю, ну, одно из наследий советского такого, да, периода, да, потому что только вот, собственно, в 20 веке появилась так называемая матриархальная модель семьи, да, когда главная женщина. И там осуждать как-то за это их, ну, наверное, там как-то смысла нету, да, потому что, ну, и это было вынужденное какое это деяние, да, там мужчины пропали, война, голод, еще что-то, и женщине пришлось брать на себя такие ведущие, что ли, это, роли в семье, ну и дальше передавать их уже по наследству. Но, между прочим, очень много есть различных теорий, что очень повлияла все-таки война, в плане том, что мужчины многие погибли, некоторых были психические, как бы, нелады потом, много, а потом следующее поколение пило, потому что была слабая, воспитана женщиной, а следующее поколение опять-таки травмированное, я говорю уже о детях, которые потом вырастали, были уже взрослыми мужчинами, потом был большой период разводов и так далее, и сейчас вроде бы все уже нормализовалось, и снова в Украину пришла то ли война, то ли антитеррористическая операция, как кто ее называет, но факт остается фактом, результат один и тот же, гибнут все равно люди, гибнут отцы, дети остаются без родителей. Но все-таки, возвращаясь к женщинам, хотелось бы еще рассмотреть тот вариант, что 8 марта многие воспринимают это как день просто празднования женщинами своего праздника, день любви к женщинам, но все-таки это день солидарности с борьбой женщин за свои права. Вот если брать, например, сегодняшний день, да, женщина в обществе, еще живет тот миф и живут те вот штампы, что вот ты женщина, ты не должна, либо ты обязана, это не женское дело, там, женщина молчи и так далее. То есть вот это еще есть какие-то исторические, я не знаю, доисторические моменты в некоторых мужчин. Как с этим бороться женщине, когда вот она с этим сталкивается? Ну, я бы в первую очередь предлагал бы, ну, искать себя, да, то есть найти себя, что мне на самом деле нужно. Если я хочу выполнять ведущие там какие-то функции в обществе, в семье, в каких-то бизнес-процессах и могу, то почему и нет? А если возникает сопротивление среды, ну тогда уже смотреть, а что? То есть, если ей это нужнее, и она чувствует в себе силушку великую, то почему и нет? Можно искать просто для этого возможности. То есть, нужен просто правильный симбиоз с мужчиной, который будет поддерживать? Однозначно. Как мужчине быть в такой семье, как себя вести, ввиду того, что, например, женщина вот лидер и желает быть лидером? Я бы в первую очередь сказал, что вот такая классическая патриархальная модель брака и матриархальная, да, ну, по сути, это одни и те же процессы, просто есть роль ведущего, есть роль ведомого. И, в общем-то, самое главное выбрать со своим мужчиной
наиболее подходящую для вас модель вот этих вот отношений. Угу. Это может быть чисто патриархат, это может быть чисто матриархат, это могут быть какие-то комбинации, то есть вот в этом я главный, а вот в этом ты главный. Угу. Это может быть партнерский брак, как третий вариант, ну там это больше так его европейским, да, называют, но он, к сожалению, на постсоветском пространстве очень слабо приживается, потому что тут там мужчина и женщина там рассматриваются как два равных партнера, то есть нету ведущего, скажем так, и ведомого, а мы равны, мы все принимаем вместе. То есть даже так, ну то есть на территории, скажем так, постсоветской такого нет или все-таки есть, но не так распространено? Есть, но мало. Очень мало, да? А как распознать такие отношения? Может, они вообще являются идеальными? Как ваше мнение? Какая вот модель является вот одной из самых лучших? Оптимально при какой? Знаешь, Виктор, тут важно что понимать. Даже если один мужчина и та же самая женщина, они, как правило, не могут выработать эту модель один раз и навсегда. Как правило, эта модель будет видоизменяться. Жизнь течет, жизнь меняется. Он военный, она домохозяйка с там, детьми, да, занимается, но параллельно работает. Он свое там отслужил, вышел на пенсию, сидит дома, а у нее пошел бизнес. И она теперь зарабатывает в 10 раз больше. Все, модель переключается. И если не знать этого, если не переключить, не занять спокойно роль ведомого, на какое-то время, может быть навсегда, может быть на какой-то краткий промежуток времени. Либо занять свои какие-то лидерские позиции в других направлениях. В других местах, да. То есть, скажем так, а я зато буду вот в этом и вот в этом лидер. Окей, давай. Все, и модель меняется. Тогда мы, отношения продолжаются, семья, скажем так, удерживается. То есть, ну, окружающая ситуация меняется очень быстро и очень сильно. Поэтому там я далек от мысли, что вот одна какая-то модель может быть двумя людьми занята, и все, и так и сидит. Нет, она будет все равно меняться. То есть от желания того, чтобы отношения длились, нужно просто подстраиваться под те или иные обстоятельства. Ну и что ж, и возвращаясь все-таки к нашей теме, семью мы рассмотрели, возвращаясь к теме сегодняшней, скажем так, да, 8 марта вчера был этот праздник, многие в Фейсбуке, ВКонтакте, там в социальных сетях писали поздравления, некоторые даже очень креативно, женщины тоже как-то по-другому начали смотреть на праздник, мужчины тоже по-иному уже поздравляют. Как с этим быть? Не теряют ли женщины реально еще один день, когда вот о них вспоминают, о вот этой их борьбе, не является ли это, может, мужской такой тайным ходом, чтобы опять патриархат восторжествовал? Ну, ты знаешь, если мое личное мнение спросить, то я не считаю, что там женщине нужно показывать, возвращать, что она женщина только 8 марта. Это, я считаю, ну, там необходимо и лучше делать, там, если не каждый день, то, по крайней мере, чаще, чем раз в году. Да, но все-таки... Вот. А патриархат, мне трудно сказать. Я скорее про то, что 8 марта сейчас, таким вот какой-то там это пошел такой тренд отменить, там не отменить, может быть, не стоит. Ну, это же формальность, да, скажем так, это же повод. А важно с моей точки зрения, что на самом деле я как мужчина чувствую к своей женщине и как я к ней отношусь. Самое главное, чтобы женщины понимали о том, что это не дискриминация их, как некоторые воспринимают, что вот отменили еще этот один праздник, понимаете? Ой, был один праздник и так, и его нет. А многие выражают свои такие вот мнения. Марш, который прошел, соответственно, в Киеве, тоже там многие за то, чтобы как же так, 8 марта, единственный был праздник, когда нас поздравляли. Но, девушки, будьте любимы всегда, мы вас любим, мы вас ценим. И даже то, что сегодня два мужчины обсуждают тему того, чтобы женщина была равна с мужчиной и распределяет полноценно все обязанности без лидера, который ведет за собой и тем, кто идет за ним вместе, вдвоем, в одну ногу. Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию, обсудили темы того, как женщине быть в 21 столетии и как обходить вот эти различные штампы, что она не имеет права на что-то или она ниже по рангу, чем мужчина. Мы всех вас, женщины, любим. Несмотря даже, видите, 8 марта было вчера, а мы говорим об этом еще сегодня. Я нагадаю еще раз, что сегодня спілкувалися з цих тем і з психотерапевтом та гештальт-терапевтом Русланом Ткачком. Дякую вам.